В этом году КАМАЗ-мастер отметил 30-летие. Легендарная команда внесла большой вклад в развитие отечественного автоспорта. Несмотря на свою титулованность и мировую известность, команда не перестает удивлять и радовать своих поклонников новыми, еще более яркими победами. Каждая из них укрепляет авторитет и подтверждает возможности российского автопрома. КАМАЗ-мастер – единственная команда в элите международных ралли, которая самостоятельно проектирует и производит гоночные автомобили, и на них же побеждает. В течение 2018 года на всех основных заводах КАМАЗа полным ходом шла модернизация. Так, на Кузнечном реализуются масштабные проекты, некоторые из которых позволят компании не только сэкономить, но и дополнительно заработать на поставках продукции диверсификации. Модернизация на главном сборочном конвейере автомобильного завода позволила полностью адаптировать ГСК-2 к сборке КАМАЗов нового модельного ряда, а в эти дни завершается отладка сборки автомобилей поколения К5. В этом году на АВЗ приступили к сборке первых кабин для флагмана 54901. Также началась опытная сборка шасси. Кроме того, на автомобильном реализуется масштабный проект по увеличению мощностей изготовления передней оси для грузовиков перспективного модельного ряда. Новый роботизированный участок оживает на прессово-рамном заводе. Здесь стартовал проект «Локализация алюминиевого топливного бака». Запуск линии намечен на 2019 год. Проект станет еще одним шагом компании в реализации стратегии импортозамещения. Также на ПРЗ идет строительство линии по производству новых рам. Все необходимое оборудование прибудет на завод в 2019 году, а в 2020 производство рам выйдет на полную мощность. Также здесь, на ПРЗ, успешно завершился проект по освоению выпуска комплектующих в рамках программы локализации каркаса кабины грузовиков нового семейства. В рамках проекта для 80 фрагментов каркаса были разработаны и изготовлены 240 штампов. Последнюю серию штампов для наиболее сложных комплектующих изготовили в 2018 году. Еще на прессово-рамном заводе построен новый цех штамповки и сварки узлов кабины К5 площадью более 3000 квадратных метров. Новоиспеченное производство отличается высокой технологичностью. Здесь появилось новое роботизированное оборудование, а заводские прессы обрели вторую жизнь. Тем временем на новом заводе каркасов кабин завершаются пусконаладочные работы. Здесь сборка будет вестись в автоматическом режиме. При выходе на полную мощность завод в сутки будет выдавать 280 каркасов. В апреле 2019-го производство планируется запустить в серийном режиме. На заводе двигателей построен новый цех обработки коленчатых валов для двигателя R6. Планируется выпускать 30 тысяч единиц этой продукции в год. Заработала в полную силу на заводе и новая линия стыковки двигателя с коробкой передач. Агрегаты проходят полный цикл – стыковку, докомплектовку, мойку и окраску. КАМАЗ активно внедряет в работу инструменты цифровой трансформации. Представлена программа, призванная поставить на новые рельсы всю работу компании, в частности, повысить производительность труда. В рамках проекта «Реинжиниринг» тестируется новая система управления производством – МЭС. В режиме реального времени в ней будет видно все, что происходит на линии. В итоге должна появиться IT-инфраструктура, которая позволит автогиганту изготавливать продукцию самым эффективным образом. Уже сейчас на КАМАЗе создаются цифровые логистические модели конвейера, соответствующие оптимальным темпам производства и параметрам, загруженным в программный продукт. Сегодня в зоне внимания логистов – автомобильный завод. Также в июле этого года КАМАЗ при поддержке Фонда развития интернет-инициатив запустил внутренний акселератор для проектов сотрудников компании. Он был создан с целью поиска и развития цифровых сервисов. КАМАЗ представил публике действующий прототип беспилотного электробуса «Шаттл» – широко адаптивная транспортная логистика. Зрители смогли ознакомиться с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения этой машины. Беспилотное транспортное средство предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием, с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. Беспилотник осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Тендер на поставку 100 единиц электробусов для Мосгортранса, выигранный КАМАЗом в середине мая, стал первым шагом по выходу компании на рынок Москвы с инновационным пассажирским транспортом. Уже в сентябре в столице состоялся запуск первого электробуса КАМАЗ. Машина, разработанная конструкторами научно-технического центра КАМАЗа, является одним из самых высокотехнологичных проектов компании. Это новый продукт, который отвечает жизни современного мегаполиса. Перспективная новинка была разработана в полном соответствии с требованиями заказчика.
С «Мосгортрансом» заключен контракт жизненного цикла, который предусматривает обслуживание техники КАМАЗом в течение 15 лет. В электробусе применены самые современные компоненты. На подзарядку его литий-титанатных аккумуляторных батарей уходит не больше 12 минут. Электробус заряжается от станции ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа. В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 вольт. Примечательно, что зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от плюс 45 до минус 40. Таким образом, электробус может перевозить пассажиров круглый год. Кроме того, электробус адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и спутниковой навигацией. В рамках Петербургского международного экономического форума 2018 КАМАЗ и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали специальный инвестиционный контракт. Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизации мощностей для их производства. Реализация этого контракта стоимостью 46,5 миллиардов рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное, компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тысяч единиц в год. Этот же контракт предусматривает создание новых двигателей R6 и организацию производства лонжеронов. Срок реализации контракта – 10 лет. В августе КАМАЗ запустил таймер обратного отчета. Он считает оставшиеся дни до 50-летия компании. Во флешмобе, приуроченном к запуску отчета 500 дней до юбилея со дня начала строительства, участвовало около 200 человек. Сегодня таймеры одновременно работают на официальном сайте автогиганта и корпоративном портале «Комета». Они показывают число дней, оставшихся до памятной даты – 13 декабря 2019 года.